О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Дом многодетной семьи в Первомайске восстановили после пожара. Новая группа контрактников направилась на учебный полигон для боевой подготовки перед отправкой на передовую. Нижегородским бойцам в зону СВО передали 2 внедорожника. Новоселье отмечает дружная семья Понягиных. Событие долгожданное. В конце прошлого года в их доме произошел пожар. Причина – короткое замыкание. Огнем были уничтожены мебель, вещи и техника. Сгорела вся внутренняя отделка. Загорелась люстра, загорелся натяжной потолок. Соответственно, потолок пошел. Начали капать. Вот этот вот потолок натяжной начал капать вниз, да, на кровать, на пол, на игрушки, на все. И началось все вот так вот постепенно, несколько костров, вот так все гореть. Семья Понягиных многодетная. Татьяна и Александр воспитывают 6 детей, 3 мальчиков и 3 девочек. Старшей Виктории всего 12, однако столь юный возраст не помешал ей проявить недюжинный героизм в экстренной ситуации. Я говорю своим братьям и сестрам, чтобы они убегали, а сама жду, пока все выйдут. Двое, Кристина и Степа, побежали в одну комнату прятаться. Я их вытащила, пока мама с папой пытались тушить дом, и мы побежали в машину. Восстановить дом помогали всем миром. К решению проблемы подключился местный администратор и правительство региона. По решению губернатора Глеба Никитина семья получила финансовую поддержку в размере 1 900 000 рублей. На эти средства выполнен косметический ремонт, закуплена новая мебель и кухонный гарнитур. Отдельная благодарность Понягина главе местного самоуправления. Огромное спасибо. Вот Елена Анатольевна сдержала свое слово. Прям огромное спасибо. Я считаю, на первом месте ей огромное спасибо, потому что она выбила эти деньги. Я же сам не пошел, не выбил, правильно? Это все через нее. Вот ей огромное спасибо. Ну и, конечно, министерству, что не отказали. Огромное спасибо. Подарками, добрыми пожеланиями в преддверии учебного года Новоселов навестил заместитель губернатора Андрей Гнеушев. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо. Детки росли здоровыми, в хороших условиях. Хорошо учились, радовали папу и маму. Поэтому вам успехов во всем. Семья Понягиных – яркий пример того, как сообща удается решить даже самую сложную проблему. Служба информации, Артем Коротков, Николай Прохоров. Семья, родные, дом, свобода и независимость – вот ради чего отправляются добровольцы на защиту Родины на СВО. Новая группа контрактников направилась на учебный полигон для боевой подготовки перед отправкой на передовую. Государство оказывает защитникам Родины всестороннюю помощь и помогает их семьям. Так, при заключении контракта с Министерством обороны в военкоматах Нижнего Новгорода единовременная выплата сейчас составляет 1 205 тысяч рублей. Кроме того, действует механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Как признаются многие добровольцы, решение отправиться на передовую приняли после того, как ВСУ совершили террористическую атаку на Курскую область. Для меня стало толчком для подписания контракта то, что враг напал на город Курск. Желание помочь стране, друзьям, которые там находятся. Победа будет за нами. Надо, как вот наши деды в свое время пошли, чтобы восстановить фашизм, так и я решил для себя, что нужно сейчас вставать и идти. Тем более, что творится в Курске, надо сейчас всем максимально мобилизироваться. И вот я решил для себя, что нужно прийти и подписать контракт. Мой долг должен быть оставаться долгом. Это моя страна, это мой дом. Не хочу, чтобы они сюда вступили. Ну, это НАТО. Два отечественных внедорожника передали нижегородским бойцам в зону СВО при поддержке сотрудников координационного центра на базе Дома народного единства. Военнослужащий с позывным «Кот» специально приехал из воинской части, чтобы получить машину. Запрос на такую технику сейчас очень большой. За время проведения СВО правительство Нижегородской области и координационный центр отправили около 600 конвоев гуманитарной помощи и направили более 200 автомобилей. Передаем вам данное транспортное средство, пусть оно будет надежной поддержкой вам в выполнении ваших боевых задач. Для них такие транспортные средства очень важны, потому что можно оперативно перевести груз, либо перевести людей. Они помогут им в
так скажем, в отработке тех задач, которые перед ними стоят. Ну а мы со своей стороны будем продолжать помогать нашим ребятам. Международная смена лагеря «Хочу стать десантником» объединила ребят из Беларуси, Абхазии, Луганска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Перед первым прыжком с парашютом с ребятами встретился глава города Юрий Шалабаев, чтобы подбодрить. Теперь он же поздравил воспитанников с успешным окончанием смены. Как и обещал, смог приехать на окончание, на закрытие вашей смены, на вручение вам удостоверений парашютистов. Уверен, знаю, вернее, что эти две недели были особенно насыщенными, интенсивными, уверен, что они были запоминающимися, особенно учитывая, что кто-то из вас впервые совершил прыжок с парашютом. Я очень надеюсь и тоже в этом уверен, что то время, та дружба, которая завязалась, пока вы находились в лагере «Хочу стать десантником», она сохранится с вами на долгие-долгие годы. Тем, кто приехал сюда из других городов, из других стран, Юрий Шалабаев пожелал вернуться в Нижний Новгород. Окончание международной смены для ребят – это и радость от скорой встречи с родителями, и печаль от расставания с новыми друзьями. Ну, мне очень понравилось. Я познакомился и с Луганском, и с Минском. Все, со всеми познакомился, сдружились. Даже приятно очень сильно было подойти, еще пожать руку главе города, забрать удостоверение. Впечатления колоссальные. То есть у каждого взвода, у каждой своей республики было что-то интересное узнать, перенять свой опыт, поделиться своими знаниями. Они рассказали о своих традициях, мы своими поделились традициями. Воспитанники, подтвердившие свою физическую подготовку, прыгнули с парашютом. Кто-то впервые, а для кого-то это был уже шестой прыжок. Это было потрясающе, но было очень волнительно. Очень сильно боялась приземлиться, неправильно, как нас пугали. Но потом я приземлилась, поняла, что это впечатление, которое ты никогда не забудешь в своей жизни. Конечно, понравилось. Хочу обязательно вернуться сюда в следующем году на международную смену и прыгнуть еще раз. Семья Воеводиных получила благодарственное письмо за воспитание сына. Для него это уже вторая смена в лагере и третий прыжок с парашютом. Они очень после лагеря самостоятельно становятся. На самом деле взрослые дети очень после лагеря совершенно другими приезжают. Полученные удостоверения всегда будут символизировать пережитый опыт. А для тех, кто захочет прыгнуть снова, двери лагеря всегда открыты. Служба информации, Никита Григорьев и Кирилл Инкос. Анне Пилих 35 лет. Она выбирает активный образ жизни, поэтому часто вместе с семьей катается на велосипеде и участвует в различных спортивных марафонах. В этот раз Анна решила попробовать свои силы в спартакиаде Роспотребнадзора. Я хочу подавать хороший пример своим детям, привлекать своих коллег к спорту, чтобы совместно проводить время, тем самым сплочая коллектив. Спартакиада проводится ежегодно. На этот раз на соревнования приехало около 60 сотрудников со всего региона. Мы после таких мероприятий сближаешься, с многими знакомишься не только с нашей организацией, но и с другими организациями. Самое главное – это сплочение коллектива и поддержание физической формы. Это очень круто, что у нас руководители устраивают такие мероприятия. Это также сплочение идет коллектива. Мы все знакомимся, потому что все равно мы все в разных организациях и не так общаемся, как хотелось бы плотно. Спортивные игры помогают нам сблизиться, увидеть себя, видеть друг друга с разных сторон. Помогает расслабиться, конечно. Помогает командному сплочению и сплочению внутри коллектива. Сотрудники ведомства соревновались на стадионе «Локомотив» в нескольких видах спорта. Мини-футбол, бадминтон, легкая атлетика, подтягивание, а также отжимания. Основной наш призыв к людям – это здоровый образ жизни. Это профилактика различного рода заболеваний. В преддверии начала нового учебного года мы думаем, что этот импульс, он будет передан всем не только сотрудникам нашей службы, но и всем жителям Нижегородской области. Проведено огромное количество исследований, которые доказывают, что физическая активность снижает количество больничных листов, а значит повышает эффективность работников на своих рабочих местах. Подобные соревнования организаторы устраивают один раз в год. По словам участников, им бы хотелось собираться на спартакиаде чаще, ведь спорт – это жизнь. Служба информации, Анастасия Соколова.